Всем приветики, ребятки! Вы на канале Katie's Game Series, и сегодня мы продолжаем играть в игру Left 4 Dead 2. Второй выпуск. Арсений всем кричит привет. Я ставлю таймер на 20 минут. Где 20 минут? Не вижу. Арсений... Да, начинаем игру. Таймер запущен, игра запущена, все запущено. Никто не выживает вечно. У меня что, микрофон, я надеюсь, записывает? Так, ну вроде записывает. А, отлично, сейчас еще зависает. А, отлично, давай, я подожду, пока ты позависаешь. У меня почему-то зависло под это. Зависло? У меня загрузка идет. А, у меня зависло. А, все. Особо тупых, я не могу опустить. Ну так спустись уже спазмы, обезьяна, и помоги нам. Да мне это сейчас главное, слушаю, а этот-то не включила звук. Мы можем... Эй! Так, я вам сейчас как дам? По щам. Это сапер, наверное. Он убегает, зараза, постоянно. Ну да. А там валяется, ну ладно. Перезаряжаю. Перезаряжаю. Тут есть оружие. Все возьмите себе оружие. Громила! Громила! О, тут еще птичка. Или где птичка? Таблетки! Я перезаряжаю. Эй, я живу. Давайте поднимемся. Что-то какой-то тихий выпуск уходит. Да помри ты уже, а? Что-то сижу, молчу. Ну, ребятки, вы не хотите взять бомбу? Нет, я понимаю, что вы боты, но хотя бы такой разум у вас же должен быть. Угу. Мы идем. А тут темно. А я подойдем на кухню. Уходим. Я прикрою. Нифига не видно. Дьявол. Идем по переулку. Ага. Где? Вот он. Все убило. Поцелуй меня в задницу. Не стреляй. Поцелуй меня в задницу. О, таблеточки. А, у меня есть таблетки. А у меня не было, я себе взяла. Это я. А кто из нас троих и
ой, четверых и двух ботов может уйти куда-либо далеко. Только мы с вами. А, черт! Это что, очередная тупая шутка? Танк меня сейчас убьет. Ублюдки. Танк? Ой, это я была. Да. Осторожно. Зашу это. Ты что, совсем? Перезаряжаю. Да что я по ним не попадаю-то? Надо перезарядиться. Сейчас здесь все пройдет прямо в ад. Из-за этого дождя почти ничего не видно. Ищем тут припасы. Перезаряжаю! А, тут ручек нет. Перезаряжаю! Надо перезарядиться! Вот я только хотела сказать, что не надо туда идти одному, потому что там охотник. И Аксей не пошел туда. Я хотела сказать. Ай, закинь, закинь на мне. А, все. Она просто, персонаж мой, сказала, что охотник. И я хотела сказать, что-то затупила, чутюк. Перезаряжаю. Перезаряжаю. О, чувак к нам зашел. Я надеюсь, он не будет базарить тут. Он что-то говорит. Дробовик? А, не, это... Он что-то говорит, но его не слышно. Да, ладно. Так, стоп, это же такое же оружие. Да. Такое же, да? Это же такое же, да, оружие? Автомат. Ой, блин. А, ну ладно, я не могу его обратно взять. Ой, не подвисай. Чё? Он что-то говорит, чувак. Он что-то говорит, но его не слышно. Жакей, Жакей! А вы куда обратно-то уходите? А, нет, не обратно показалось. А тут чё? Ладно, я без вас не пойду. Так всегда вот. Я обследую каждый уголочек абсолютненько. А все остальные ничего не обследуют. Все остальные уходят, и я такая одна. В уголочке такая. Ну что ж, ладно, меня убьют, но я умру смертью храбрых. Спасибо. Что этот чувак говорит? Он что, не понимает, что мы его не слышим? Ой, ой, ой. Что? Казах-киллер, ты что сделал? О, нифига, она в свадебном платье, я помню, да-да-да. Молодец, казах-киллер. Тебя и ведьма, и этот. Отличное решение. Эй, ну что ж, идите туда, я для кого гранату швырнула? О, чувак с аптечкой. Убили? Да, только этот Дил забрал птичку. А он тебя лечит, как он козлина такая. Лучше бы казах киллеру отдал. Серьезно, капец. Он тебя полечил, ах, он плохой человек. Я хочу убить этого казах киллера. Ой, как она тебе этого. Дело, Дила. Да, он нехороший человек. Очень. Ой, блин, там же было шприц. За автобус. Ну ладно, он хотя бы нас не убивает. А то помните, как мы зашли, ребятки, мы, короче говоря, один раз зашли.
И, ну, также поставили для людей, для всех этот открытую, в общем-то, игру. К нам зашел какой-то чувак, начал нас убивать. Просто вот, ладно, когда убивают, когда ты валяешься, типа, чтобы не тратить там аптечку, всякое такое. Но он нас убивал постоянно, даже когда мы просто ходили. И потом он выходил. Опять, мы проигрывали, он выходил, потом мы опять начинали, он опять заходил к нам, опять нас убивал, мы опять, опять выходил, мы опять проигрывали, и так, короче, раза 3 или 4 было. Так себе было. Да, есть придурки на свете, конечно. Да. Слушай, чувак, если ты смотришь это видео, я тебя найду. Я надеюсь, он сейчас мою аптечку не истратит. Он там уже лечился. А тут можно выгонять людей? Вы отошли почему-то. А вот вы есть. О! Я топор нашел. Казах-киллер что, без аптечки? Эй, топор он нашел, блин. Дайте мне тогда. Дайте топор, а мне лопат. Погнали. Ну да, валял стопор, я его нашел. Да. Что так и было. Чей вообще валялся, непонятно, да? Да. Я все еще гранатометом хожу. Это вы тогда пульнули гранатометом? А я смотрю, вроде бы не похоже на этот. На... Как его зовут? На гранату. А один фиг что-то это взорвалось рядом. Тут таблеточки, кажется, есть. Дэл, ты куда пошел? Нам отсюда. Мы с чуваком запутались. О, мы к вам идем. Тату. Девушка умерла прям во время татуировки. Эх. Ну что бывает, когда думаешь, что справишься. Давайте. Сейчас. О, коктейльчик. О, ты чувак с таблеткой и аптечкой. Надо казах-киллеру дать. Но он спалил. А у него есть шприц. А. Ну, шприц. Ой. Да. Вот это что происходит, ребят. Вы нафига, идиоты? Там жокей где-то наверху. Да, блин, я крышу. А, нет, всё. Тут жокей где-то. Мы тебя не бросим. Скажите нам. Спасибо. Надо вам птичку дать. Эй, народ, вам что, без меня лучше, да? Дадим аптечку, когда хилила. Ну, давайте. Так, стоп, а где? А, вот он, Элис. А, он вышел, это Дэл. Ну, ты серьезный чувак. Ну, да, он это. Дэл особо умный. Ну, он какой-то вообще странный. Я пытаюсь его полечить, он не хочет. Стой здесь, нет. О, ну ладно, с АК похожу. С АКшкой, какашкой. Задница! Чья? Идем в джаз-клуб. Вот сукин сын. Ой, черт. Сюда. Я слышу опять, по-моему, такие, да? Ну, возможно, он пробежал. Здесь где-то вроде... Он вон на казах-киллере был. Но я его снял, получается. Но он супер-дупер, когда он тогда. Тем более странно, вы его сняли, но не убили. Что-то казах-киллеру не везет. Он у нас какая-то как приманка, все на него. Прекрати сейчас. Так, у нас... О, патрончики. О,
Ой, сейчас минутку, я отойду пока. Куда это он пошел? Курильщик, курильщик! Подбираю осколочные. Да! Все, сейчас. Так, я на месте. Эй, эй, эй! А, все. Вот тут осколочные берите. Где? Вот. А у вас тоже, по-моему, осколочные могут быть? А, есть, да. Один выстрел осколочный. Таблеточки. Здесь бродит Жакей. Помка. Ой, блин, на чуваке Жакей. Ну, чувак, ну куда ты постоянно уходишь? О, господи, помилуй, а. Там еще и танк, замечательно. А танк-то где? А, вон он. Я-то думаю, кто меня тут бьет? Кому я тут нужен? Дефибриллятор у него есть. А тренер это было его имя и фамилия. Ну работай же, сволочь! О, куча таблеточки нашел, вот дерьмо. Только на юге это могло прокатить за музей. Я еще кого-то. Пора найти нормальную. Вот сукин сын. Тут есть молотов. Ты знаешь, мне не нравится, что ты здесь стреляешь. Вот Кто-то меня высылал. Константин, что ли? Из-за этого дела. Не знаю. Возможно, Константинополь. Снимаю шляпу, Рейфорд. Тихо, я слышу кого. Твои дивизии, это Дэвид. Первый этап кончен. А, я убил его. Ты снова стреляешь. А, охотник. Почему вы убиваете, если я в него стрелял? Да, имба имбушная прям. Что, я стрелял вообще? Казах-киллер, ну куда ты? Блин, ой, какая рожа страшная была только что. А, вот сюда, да, прямо, точно, куда Константин идет. Я еще думаю, вроде бы прямо. Да блин, он добрался до аптечки. Константин добрался до аптечки. А, еще есть аптечки, слава тебе, господи. Я заслужил эту аптечку. А где тут убежище? А, тут еще одна есть. Лечусь, прикройте. Так, а нажмите там кто? Да подождите, я вообще еще не здесь. Все. А я на другой стороне. А, ну ладно. Тебе надо в ту сторону идти, да? Классный, быстрый. А что, нельзя ли боеприпас для гранатометов, все до разума, что походит? Ай, на мне охотник, никто... А, спасибо. Не, за что? Я иду еще к пути. Я тоже. Я иду... Это... Не надо меня лечить, Константин. Ты нашел время себя даже полечить, ну ей-богу, а, чувак? А можно чем лечить? У вас полный хп потом. Ну, он случайно, видимо. Просто как бы нам надо бежать в убежище. А, помогите! Я хочу жить. Перезаряжаю! Все, идемте. Я тоже. Это была вынужденная мера. Да. Тут же, по-моему, танк, да, был? Я на дальше. Я вот прямо там сзади буду. Окей.
Аптечки, аптечки. Бегите, бегите. Бегите. Это моя! Нет, кто меня забрал? Константин, ты еще себя лечишь. Легко, спасибо, он меня лечит. Спасибо. Это я вас, чего-нибудь. А, это вы меня? Да. А, это вот и Константин? Да, да, Константин, плохой человек. Наверх заводи. Я не поняла, зачем я поставила таймер, если... Мы тут проходим по карте. Перезаряжаю! Перезаряжаю! Осторожно! Да, зомби как следует меня. Я тут есть! А, я не понял. А, все. Все. Кусок чейдеров на первом месте. А вы часики. А? Почему я на третьем? О, танк. Он меня убивал. Ну, ведьму я вообще не видела. Да, видимо, я только убил ведьму, походу. Ну да, я ее вообще не видела. Я слышала то, что он напугал ее. И видела уже, как его мочил танк. Я мочила танка. Блин, вот взять пушку или остаться с моей? А я осталась с моим гранатометом. Посмотрим, что из этого будет. Оставайтесь с гранатометом, в принципе, он хороший, когда рядом с вами есть люди. То есть стрелять мелких. Но вот в такие прям большие толпы стрелять вообще офигенно. Да, я знаю. Что? Джимми Гибс, человек-легенда. А, казах киллер вышел. Ну, а опять я появилась, фиг пойми где. И фиг пойми когда. Константин, вы не хотите к нам присоединиться? Мы уезжаем. Ой, блин, вы помните эту потную карту, блин? Да, ну знаешь, у меня есть гранатомёт. 11 патронов, точнее, 11 зарядов. Замечательно. Ну там есть оружие. Главное, сейчас здесь вроде сообща. Да, нам главное бегать вместе. Почему он ее убил, если это я ее убил? Неизвестно. Пойдемте. О, чувак зашел, отлично. Ну пойдемте, вы что там бегаете, Арсений? А мне хотя бы на второй этаж залезть, ладно, давайте. Вовнутрь заходим. Ну так полезли, а то вы что-то я бегу за вами, думаю, вы лезете на второй этаж, а вы нифига. Вот. Получилось. Получилось. Так, тут больше нет, да? Так, все, одно я скину. Так, тут тоже больше нету, выходит. Там монтир уже. Волна. Готов. Берите. Я буду защищать. Готов. А, я думала, мы до сюда несем, но ладно. Ой, толстяк. Пойдемте там еще живо наверху. А, ой, я сюда скинуть хотел, ладно, иду. Давайте. Наверх, понимаете? О. Тут аптечка. А, нет, дефибриллятор. Вот таблетки. А что там Константин один ходит, а у него аптечка тем более. Ладно, тут оживить можно его? Ой, блин. На меня напали. Спасибо. Так, стоп. Я так и не стал, все шуку. Ладно, я сейчас сниму ее. Ну, я на всякий случай вас это... подстрахую. А что тут за оружие? Здесь есть оружие. В серединке. Окей, си. Готово.
Ой, танк. Пойдемте на центр, на центр. Тут нам эти хотя бы помогут. Денис отошел в самый вообще классный момент. Привет, танк. Блин, я надеюсь, никто не взорвал... А, все, да. Я надеюсь, никто не взорвал нашу эту. Кто-то, кажется, взорвал ее. Молодец, опять за ней идти надо. И вторая, получается, тоже сгорела вместе с ней. Нам обратно теперь идти надо. Так, идем, тебя защищаю. Ой, Жакей! На мне! Ай-яй-яй, плевальщица. Так. Охотник сейчас. А, все. Угу. Сейчас. А, кто-то что-то, он взорвал канистры, серьезно, он взорвал. Там внутри еще охотник. А, точнее, курильщик, его подожгли. Откуда они здесь берутся все? Ой, плевальщица. Ай-яй-яй, я упала, блин. Да блин, меня тоже схватили тут. Я видела. Блин. Ну серьезно. На меня еще и толстяк плюнул, спасибо. Кто? А, ну мне хана. Ну да, вас оживить можно, я пойду оживлю вас. Сейчас я только полечусь, конечно. Окей. Я не выживу. Танк! Ладно, идите меня. Да, сначала давайте танка. Получите-ка вот это, ублюдки. Храните их на мост. Эй, вы, стреляйте по танку! Если мы так будем каждую канистру скидывать и поджигать, вы понимаете, мы их никогда не заправим. Ай, да уйди, блин. Можно я оживлю? А это танк, 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 танк. Офигеть, он меня выкинул. И что мне теперь делать? У меня только топор, я еще взять ничего не успела. И 2 хп. У меня ножка осталась, давай заживляй. Вставай, чувак. У меня все, последний заряд остался. Давайте, я не могу ничего сделать. Все, я убью. Все, пойдемте наверх. У меня нет зарядов. Ну у меня ни хп, ничего. Вот, это поможет. Элис уже. Готово. Да ё-моё, Жакей, ну ты чё? Да. Ладно, сейчас попробуем еще раз. Интересненько получается.
О, какой-то другой чувак зашел вместо Константинополя. Ой, прости, показалось. Да, не важно. Да, он странный был. Бывает. Так что мы здесь делаем? Думаю, они помогут. Ну что, опять тот же план, бегаем все вместе, но раз тут все любят все взрывать, то давайте тогда мы эти канистры будем сразу относить и заливать, потому что так будет невозможно тупо играть. Я согласен, пошлите сразу. Сразу сюда вот наверх. До этого у нас была хорошая система, мы скидывали, остальные двое заправляли, ну и наоборот. Сейчас же мы скидываем, они взрывают, либо вы взрываете, я лично не взрывала. Где-то поблизости. Так, я отношу первую. Я ее скинула вниз. Отлично. Окей, волна. А. Вам тут помощь, нельзя спавнять, все постреляют. Да-да-да, тут более-менее. Нет. Ой, меня тащат. Ааа, вы что не видите? Меня выстрелил, я не видел. Просто ко мне... Вы за моей спиной были. А я думаю, чего вы так спрашиваете, кто? А что там один чувак пошёл? Нет, честно, это уже не наша проблема. Ходит один, его проблема. Умрет, так умрет. Ну, вот вам умрёт и... Ладно, пошлите вам на помощь. Он, видимо, может первый раз на этой карте. Ну зачем взрывать? Да ёксель-моксель, ну ребята! Чё-то подненько как-то. Вон дверь внизу канистру он скинул. Давайте их заберём. Да, давайте заберём и сразу пойдём это. Центр, тут бомба, если что, есть. Что? Они... Ой, блин, тут танк прям! Ребят, помогайте! Так, ребята, там. Все, все, все. Почему я? А, все. Ух, смотри, вас. Держите, я заправляю генератор. У меня держи! Надо еще 10 штук. Пойдемте, они там вместе. Стоп, я поменяю пушку, у меня... Что у вас? Блин, 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 виснет. Всего ничего, по зарядам. Так тут же вон это. Значит, перед дом. Полно? Блин, все зависает. Ой, все, наконец-то. Так, отлично, ребятки, молодцы, да, теперь нам надо вон туда идти. Оружие, отлично. Так у вас же патроны там лежат. Но на гранатомет не заполняется, к сожалению. Разве? Да. Он одноразовый. Эй, осторожно! Ай, охотник! Только не зажгите, пожалуйста. О, почти все. О, там М-ка есть, по-моему, да? Чувак М-ку, да. Вот гранатомет. Танк, ёшки. Где он вообще эту М-ку нашел? Я тут нигде не видел. Вот у нас тут. М-ка, а не танк. Да блин, зависает. Мне хана, их два. Их два у меня зависает, ну что ж. Один умер?
Давай, сталкер, оба умеют, и все. Держи. Прикройте меня, я пока полечусь. Я слышу эту толстуху. Отлично, осталось еще, получается, одна. Вон она. Две. А, еще две. А куда вы одна ушли? Так вот она. Я ж сказала, вот она одна. Давайте. Тут чувака бьют. Да, я помогаю. Перезаряжаю. Все, ура! Эй, тут боеприпас! Как ты это делаешь? Осторожно! Сейчас бежать будем. Куда? Мы только наверх будем забираться. Там еще одна. А, это другая, да? Да. Получается, следующее или через раз будет это? Когда мы будем сверху стоять? Вы все-таки это сделали. Он что, не успел? Вы взорвали ее. Он не успел или успел? Успел. А. Мне вот интересно, почему мы как бы стоим внизу, на нас агрятся зомби? Они стоят наверху на втором этаже, они на них не агрятся, хотя они до туда допрыгивают. Я не знаю. Что? Что ж, ну мы прошли миссию. Да. Мы прошли миссию. Вторую. В следующий раз мы уже будем проходить третью. Кто знает математику, поймет. Сейчас мы не будем это проходить. Поэтому мы тупо выходим. Все. Ребятушки, всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик уведомления, чтобы не пропускать новые серии. И всем до встречи в новых сериях. Всем пока-пока. Всем пока.